Более 40 мелких и 3 больших несанкционированных свалки обнаружено в Челнах. Еще 20 мест складирования выявили во время проверок с воздуха. Таковы предварительные итоги санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля. Результаты озвучил начальник управления административно-технической инспекции исполкома Айрат Насыбуллин. По его словам, вопрос со стихийными свалками остается открытым. Усугубляют положение и перевозчики-нарушители. Для предотвращения образования мест несанкционированного размещения отходов в особо злачных местах города планируем установить камеры видеонаблюдения для фиксации лиц, нарушивших правила благоустройства, и также федеральный закон об отходах производства и потребления. Кроме того, Айрат Насыбуллин рассказал о закрытии Тагаевской свалки. Она будет ликвидирована с последующей рекультивацией. Все работы должны быть завершены до конца текущего года. Стоимость проекта превышает 40 миллионов рублей. Реализация данного природоохранного мероприятия позволит увеличить количество рекультивированных земель до 14 гектаров, что, безусловно, положительно скажется на экологии не только города Набережной Челны, но и всего Прикамского региона.